Не можем это доверить. Это не груз, который берет подряд. Здесь нужно глядеть, говорит, четыре глаза. Это не просто так. Какие именно, под какими номерами? Привезти просто груз, сказали бы, сейчас кто-то, компания какая-то, берет ваш груз, и мы нашли людей, там 10 волонтеров, которые сделают все так, как надо. И сказали бы, это нужно сегодня перевезти и перевезти там далеко куда-то. Мурманск. Я согласен. Но я расскажу, как раскладывать книги, как распечатывать, как из каждой пачки выдрать один экземпляр, в другой пачке выдрать еще экземпляр. Как это делать быстро? Как это безошибочно? Это намного-много сложнее, чем просто взять груз и привезти. Чтобы не было повтора, не пропустить, а это раскладывать, увеличивается место. Они у меня разложены по порядку. Это все формальности, как говорится. Если мы будем всех отпихивать, то и дело будет на месте стоять. Нам нужно пробовать все. 110 комплектов это немало, это огромная партия. Да, если мы работали трое, ровно на полтора месяца. На полтора месяца это 110 городов и сел мы посещали. Это полтора месяца, даже чуть поменьше маленькое. Это когда мы знаем, нам разложено. Он вчера звонил там, где взять пригласительных для библиотек, которые наши визитки вместе составляли, где журнал «Русский дом» и все такое прочее. Он спрашивает раз за разом. Теперь я не знаю, коробки вернул он или нет. Все остальное мне так, кажется, сделал Михаил правильно. И там, где не было директора, он снова позвонил, что делать. Вот так надо работать. А так будет стоять. Стоять, пока оно целое. А если так просто взять, похватать, оно обрубленное будет и ничего не будет. Ну, как комплектация. Почему похватать-то? Он горит, он готов деньги вложить в благовестие, он готов людей подключить, машины найти, все. Он ищет. Пройдут они у меня, говорят, стажировку, консультацию, и тогда по порядку будут брать. И, допустим, он скажет, я могу взять столько-то. Сейчас в отдельной пачке, в разных же городах книги у меня сдавали, в одной пачке 10 книг, в отдельных 8 книг, есть в которых 6 книг. И поэтому количество пачек разное будет, и мне нужно согласовать, сказать, я должен данные выдать, я еще не выдавал это. Коробки обязательно забирать. Это все формальности, это, как говорится, в течение, там важно ваше благословение, понимаете, нужно помолиться, вот, и дать уже твердое слово. И теперь, если он приедет, допустим, брать не один-два комплекта, а приехать, все взять, допустим, это действительно так, мы там их оставили, и вот приехал Михаил, мы дальше не знаем, что будет, это благодаря вам, Михаил, оказалось, я с ним на Берсеневке это встречался уже. Он попросил молиться у него, а там курение его мучает. Я сказал, я буду молиться, у тебя губы будут болеть, и ты будешь думать, от чего болят. Я просто знаю как, ты только не ропщи, Господь желает твоего спасения. Ну нет, она навозная академица, демонский, говорит, Симеон. Он согласился, но я не умолюсь. Теперь Михаил сделал все правильно. Теперь уже Михаила можно с той стороны Москвы, он где-то недалеко, Ступино там, Ступино как раз и служил, или служит Андрей, сын Клавдии Устюжаниной. И теперь он мог бы помочь мне там на месте показывать, как это делать. Как сначала их разложить, это должен быть очень длинный коридор, или как у нас контейнер. И теперь как брать все. Тогда, когда налажена она, как распечатать пачку, которая остается не взятая. Ну все это должно абсолютно точно делать. Это не просто технический вопрос. Это вопрос целеустремленности. Я работал на магнитофонах. 4 магнитофона, это 10 магнитофонов, 4 дорожки, а разный размер, оригинал 370, а прислали 525. Я каждую дорожку должен, тут четвертая, там третья. Тут теперь идет вторая, там только будет четвертая. И все это записывал целый каталог. И ни худо, ни бедно, за 10 лет десятки тысяч кассет и ни одной ошибки. Другим дал доверен два брата, которые живут. Они натолкали чистые и писали, да мы так запомним. И это стали Казахстан куда. Теперь оттуда заново писать надо и мне заменять. Они мне создали такую работу, что мне легче было заново все записать. Здесь или полностью единое движение должно быть так, иначе это ошибка. Или ничего лучше не делать, подождать еще. Я не знаю его совершенно.
И поэтому у него другое может быть увлечение. Люди с чем связаны? Тут надо предполагать, что священники против. Епископы ставят против. Библиотекарь не принимает. Ты все должен знать выходы. Вариантов в каждом случае много. Я еще не сказал следующее. Мы приезжаем. Ну, в первую очередь, я Это очень и очень сильно сразу заинтересовывает. Я показываю, что именно. Показываю трехтомник Нового Завета. Я сразу говорю, в таком полном объеме он выходит за 2000 лет с толкованием впервые в Западно-Восточной Церкви. Впервые по 8 параметрам он не имеет аналога в мировой литературе. Вместе с Откровением. Откровение никогда Блаженного Петра не присоединялось. А вот только евреями и заканчивал. Кроме того, там 297 комментариев о сегодняшнем положении в православии относительно изучения Слова Божьего и проповеди, благовестия. Этого не было, это главное препятствие. Некоторые прям заклеивают попы, а другие, я только не знаю, где новое, это ваши комментарии. Я не толкую. Толкование полностью святых отцов, а я даю комментарии. Комментарии расширяют те места, где говорит блажен Пилат о проповеди. Я туда вставляю Иоанна Кронштадтского, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника и говорю из того, что еще более известно, что необходимо идти на проповедь. Поэтому кто бунтует против моих комментариев, они ничего не могут возразить, кроме ненависти, дикой демонической злобы. Но там еще и иллюстрации, это надо указать, иллюстрации Гюстава Доре. Впервые выходят они в раскрашенном виде в интернетной версии, компьютерной версии. 230 и 10, и 10 с классики. Итого получается по 80, 3 в 8, 24, 3 тома по 80. И как, во весь лист, без обрезки. Оригинальнейшее. Тем более, все разбито по стихам, как синодальный перевод. Отдельные места, на что обратить внимание, я крупно, вы можете видеть, жирно выделяю. Это надо показать. И попутно добавляю, эти книги видели в библиотеке у президента Путина и у других президентов, которые мне благодарности присылали, как Лукашенко. То есть это подарено нынче папам Франциску Венедикту. То есть этот труд, его повторить невозможно. Невозможно. Нельзя повторить его. То есть раскрасить можно, бумагу найти можно, но комментарий никто не даст. Ни один не даст. Почему? Это жизнь заложена здесь. Это надо видеть открытым оком все. И это Александр или кто там должен сказать. Второе. Обратите внимание на 18-й том. Он весь посвящен мусульманам. По зеленому цвету. Коран, сура, аяты. В сравнении с Библией. Это не с Исоев, никто не делал. Это впервые в мире. За 1300 лет. И 1300 лет, что о мусульманах было говорено. И сейчас я показываю 18-й том. А тут нет такой там экстремистской. Нету. Я ищу мира и согласия. А возможно ли? Возможно. Я как раз и показываю. С абсолютным знанием Корана. Я цитирую оттуда выдержки и дальше Библия. Может составить? Сегодня пока нет такого человека. Ой, вы как о себе говорите? Ну тогда покажите. 1300 лет. 1300 лет это не два дня. Почему никто этого не сделал? 1300 лет никто не касался этой темы сравнения Корана, Сура и Аяты и дать современность. Что говорили о них разные поэты, писатели, святые отцы, о мусульманах. У меня все там вставлено. 750 страниц. Я показываю. Вот смотрите, это я библиотекарям показываю. Вот 20-й том. Это мои личные, приватные беседы с Александром Менем. Да вы что? А разве есть такое? Я говорю, миллиарды платить сегодня доллары никто не составит. Почему? Его нет, его убили. И больше никто никогда не сможет услышать ответ на вопросы злободневнейшие. Я задавал ему нетолкование Писания. Пример, он еврей. Я говорю, а если сейчас еврей был бы патриарх, как дело вышло? Я задаю о царе. Это был энциклопедист. Выше его, по уму, я пока никого из среди верующих не видал. Ему это давно было. Он знал столько, может быть, только Геннадий Фас знает. Но для него, для Геннадия Фаса не родной язык еврейский. Я даже не знаю с кем. А вот, пожалуйста, 20-й том. Сразу они нам нужны такие книги. Подождите, 26-й том. 300 поэтов России, 300, за 300 лет, что сказали по определенной теме. О создании семьи, о любви к родине, о революции. И на каждый вопрос, который мне студенты задают, я беру из, за 300 лет
от разных поэтов 6 ответов, и у каждого перед ней эпиграф из Священного Писания. Это не составит сегодня. Почему? Они даже не знают их. А это 20 тысяч файлов, стихов. Я их шабарчал перед студентами. И вы знали их. Благодаря Евгению Евтушенко. Я не стужусь это говорить, потому что это поэт, а я никто. Я не поэт. Если называется проповедь в стихах, а здесь поэты, стоящие поэты. И когда показывают, уже их фотографии взяты, все у Евтушенко я взял. Вот это что-то значит. И добавляю литераторам, журналистам, книгу надо мне давать. Они ее не возвращают. Вот три книги только прорекламировали, и все. Ну, это уже не три получается, трехтомные. Дальше я говорю к истинному православию, читайте предисловие, 40 лет собирал. Вот это, к этому надо приложение дать. Вот это там, что я говорю. И бывало такое, что, да, бывало, мы приехали, они день рождения справляют, говорят, нам ничего не надо, мы пьяные, библиотекари. Ну, и постояли, развернулись, ушли, так далеко ехали, и все, вы опомнитесь, будете нас искать. А у других перед нами только что были, что-то там, я не знаю, Жириновский чем-то не угодил. И они, представитель ДПР был там, а у них не ладится, и сразу это, Россия, сейчас, минутку, подожди-ка. Сейчас сниму. Говори. Да. Ты куда хочешь сейчас ехать? Ты куда едешь? Я не пойму, как ты в город? Ты в город сейчас едешь? Ну что, я по телефону буду говорить? Это возможно говорить-то? Я не могу это открывать. Ты где был дома? Ты почему не спрашивал? Ну мало что с машиной, не могу этого говорить. Значит, доехать сюда, а потом отсюда, или как, я не знаю даже как. Это, созвонись с Виктором Андреевичем и с Михаилом Кориковцем, они знают, где лежит ключ. Это ключ от всего имущества, от всех складов. И когда зайдешь, слушай, алло, там пройдешь в дальнюю комнату, где компьютер, и там увидишь под иконами. Все, что сверху лежит, где голубь, там вольер был, все сверху лежит. И там перелистай, потихоньку, не перепутай. Там написано твои документы, там паспорт, то есть все абсолютно там. Что я говорил, посмотри и поищи, и бланк крещения там найдешь. И оттуда дай знать мне. Понял? Другое не могу пока сказать. Бог помощь. С Богом. Так не брать дела. Не знаю, сейчас я подойду. Дома был, не он дома. Три раза говорили об этом. Да. Так. Ну вот я про что сказал. Значит, он должен этот Александр знать. Какие люди приходят, он должен представить книги им. Кроме того, наш, вот который мы помогали Божьей милостью составить наш, это, как сказать, визитку, что ли, крещение там где-то, чтобы он людям это мог раздавать, там оттуда взять, мы там очень много их оставили. И в каждой библиотеке мы оставили наши пригласительные в данную библиотеку на наши книги. И кто будет этим заниматься, кто распространит не менее 10 экземпляров, а каждый экземпляр это 20 тысяч 100 рублей. Каждый получает в подарок полный комплект. Полный, правда, теперь не совсем полный, там некоторые книги уже кончились. Я не против, но только здесь ничего не подмешивать, никаких своих там. Мы должны людей привести к тому, что мы даем, а не к тому, что они будут искать то, что он им говорит, а там совсем не то в книгах. Я интересую людей Христом. Я отвечаю на вопросы, чтобы люди открытым оком смотрели на этот мир. Это религия, политика, социология, война, мир, литература, искусство, работа, семья. Все там заложено. Он вот с какой стороны должен подходить. А не то, я интересный человек, я воскрес, слушайте меня. Иначе книги эти будут людям не нужны, бесполезны. Библиотекарям, моя задача библиотекарю это показать. И мы оставляем вместо себя 38 свидетелей. Это я говорю о книгах, количество. Теперь 36. Я согласен, но только как брать, он должен выйти на меня, еще раз повторить. Повторить, как они лежат, в каком порядке, он должен сфотографировать и записать, развернуть.
порядке. Три тома лежит Новый Завет, особенно Новый Завет, тщательно проверять. 1, 2, 3. А не так, что 1 и 2, 2. А там 2 вторых, от третьего ни одного, а потом не знаю, куда где. Потом дальше, что и дальше, идут 12-м томом, открытым оком, заканчивается мягкий переплет. Мягкий, 12-й. Это в одну пачку. Коробку. Вторая коробка только открытым оком. 13-й, 14-й, 30-й. Это вторая коробка. Вот двумя коробками вести, заинтересовать, дать, чтобы они могли убедиться, что это не экстремистская литература, это там патриотическая, как угодно называют. Это сугубо православная. Православная, но православие необычное, а без прибляда, без горбатения. Они в пророческом духе книги. Он должен это показать. Эти книги никому не угождают. Ни президентам, ни патриарху, ни папе. Это говорится так, как я пристал на суд Божий. У меня ничего нет. Чтобы это сказать, я должен вот сначала все отдать, что у меня есть. Пройти тюрьмы и прочее. Показать, что мне ничто не дорого в этом мире. Мне никто не может сказать, а ты угождал православным против баптистов. Этого нет. Интересно, один выступает из Чикаго и говорит, это православный на меня нападает, он ему говорит. Ну что интересно, говорит, у Бабкина Игнатия Тихоновича в Америку очень сильно уважают протестант. А он, говорит, пух и прах разносит. Вот и результат. То есть разношу не я не их, он неправильно сказал, а момент о церкви, когда говорят о церкви. В церкви не может быть полноты без трещины и рыбки. Я вот о чем говорю. Я не хотел бы говорить, я многое теряю, говоря это, но я не могу говорить. Не говорить. Я обязан это сказать. Поставил пресвитеров. Они так пришли, а ну уже избрали, поставили. Через епископское возложение, где нет епископа от апостольских времен, все под сомнением. Я не хочу это говорить. Но Дух Божий говорит, ополчайся. Я обязан сказать. Я очень люблю этих протестантов. Очень. И должен поэтому им сказать. И поэтому. Сейчас вот перебью. В общем, у протестантов-то возникает такой вопрос, а как можно отследить от апостольских времен? Так, они говорят, а всегда так верили. Где двое-трое, там Христос. Они начинают искажать Священное Писание, отбрасывать отдельные книги, перетолковывать. Неужели, а дальше, а неужели из-за этого мы погибнем? Я такой вопрос не ставил никогда. Писание об этом говорит. Об этом один дядь Киту говорит, поставил незаконченное дело наделать. Какое? Поставить пресвитеров, епископов. И никогда церковь так не понимала, как понимают протестанты. А нет, всегда церковь понимала так. Вот во все дни до скончания века с церковью, согласны? Я давлю и давлю на стих. Не было ни одного дня, чтобы Христа не было в церкви. Вы согласны? Согласны. А почему вы как поступаете, как мусульмане? Режете голову. Как голову? Да так, Христос глава, тело церковь, отрезайте голову. О голове говорите иногда правильно, иногда неправильно, как и зависты там разные. А тело Христова церковь у вас не существует. Никогда не было, и вы не назовете ни одного, ни в первом, ни втором, ни третьем, ни десятом, ни пятнадцатом веке, кто понимал, как вы, без епископа, что была церковь. Я им конкретно указываю путь какой. Избрать души своих проповедников, старших пресвитеров, они епископами стали называть народ. Они не епископы. И уговорить, чтобы вам рукоположили православное. Трех. Крайне сущий дух. Или католиком пойдите, или григориано-армянам, или коптом, или сирийцам. Все. Вот это пять ветвей, которые, если так назвать, ветвей образно, у которых подлинное священство сохранилось. И все, вы законная церковь. Я говорю, ну если бы у них было это, я бы православным, может быть, и не был бы. Но у них этого нет. А теперь мне уже и поздно думать о другом. Мы показали, в православии можно трудиться, и Дух Божий есть, есть истинно возрожденные пастыри, истинные люди. Вот это я сейчас вам должен послать моя, беседа или монолог. В доме с артистом Валентина я рассказываю о как переписывались с Николаем Леоновым. Да я уже давно выставил этот ролик. Нет, вы его не выставляли. Этот момент, где я сижу и говорю о нем, ссылаясь на форум. На выставил, форум. Он давно уже там стоит. Там не разговор с ним, а именно что я говорю. Именно что вы говорите, я уже давно это выставил. Я почему-то не нашел этого нигде.
Я это показал, какие страницы, на каких страницах надо пройтись, и дважды показываю этот лист. Страницы на форуме мне это ответы, которые ждут от Игнатия Бабкина. На первой странице нашего форума. И там несколько тысяч уже посещений, добавок. И вот я говорю, на такие-то страницы обратите внимание, прочитать. И почему-то подумал, что вы могли бы это сделать. Посмотреть, на что я указываю. Этот ролик очень-очень сильный будет. Вы вот все-таки на вопрос на такой не ответили. Так, Сергей, Михаил, этот, как его здесь, Батутин, в сети. Не зря его соединять или не годится? Сейчас попробую. Попробуйте. Так, сначала вопрос, который я не ответил. Скажите. Вопрос по поводу того, что как можно отследить вот это от апостольских времен рукоположение, откуда это нужно исследовать? Исследование очень простое. К любому архиерею вы обратитесь, у него ставленная грамота, кто его рукополагал. Теперь следующего кто? И на это есть таблица от апостольских времен. И они указаны в книгах, и над этой темой трудились такие, как Владимир Русак. У него называется «Свидетельство обвинения», кажется, и оно и на книге написанное. Он сидел 7, кажется, лет за слово, за это, что он написал «Пир сатаны», что коммунисты делали, и расстреливали и прочее. Я в Америке с ним долго встречался, а потом патриарх Алексей его уговорил вернуться. Вот там полное родословное дается. У нас от Андрея, а у них от Петра. Кто кого рукополагал. И дальше идет это древо, как называется, родословное. А это бесконечное родословное. Родословное о себе они все путают. Без этого нельзя. Написано, когда вернулись они из Вавилонского пленения, то искали родословное священство. Там колено одно, не колено, а в колене семейство. И не найдено было, и они исключенные священства. Что еще показывает? Это ветхозаветное ливийное священство так берегло себя. Они в плену потеряли родословную свою, что они принадлежат к Аарону. Их исключили. А вы, то ли верующий, нет, церковь только 100% гарантия должна быть. Когда сектанты это поняли, я заинтересовал их, они сказали, где мы можем проверить. Я говорю, ну, одна из стран такая, это Германия и Нидерланды, Голландия. Вот три страны надо проверить. Под корень. И они, видимо, люди поехали. Проходит год-другой, они вернулись и говорят, нигде ничего не нашли. То есть, а вот Лютер, монах был, он не священник. А вот Сименс, ну, который от него, Менон, он был там священник, и вообще ничего не было. Не было. Ни одного епископа не переходило, ни от католиков, ни от православных. Протестанты – это совершенно вне того, что установила церковь епископата. Вот ответ. Родословно это есть у любого епископа, с кем мы... Да, чуть не забыл. Внимательно слушали. Когда мы плыли из Греции в Италию, в город Бари, пристаем, с нами были священники. И там есть один такой, мы плывем, разговариваем с одним священником Анатолием, кажется, звать его. Он из города Воронеж, где-то в окрестностях. И мы с ним беседовали. Я не знаю, что... Ну, в всяком случае, мы с ними беседовали. Я вам обещал книги дать, но их они соскочили как-то и сразу нас не дождались. Вы его видели такое? Я видел. Игнатий, что соединять этого Михаила-то, выводить? Да, попробуй найти его. Это неплохо было бы. А по Александру мы чуть-чуть продолжим. Я не против. Но только должна быть его работа независимая. От того, что он делает. Ни таким образом туда не присоединять. У меня только два слова. Христос и Библия. Тебе слышно, нет это? Слышно. Вот это я буду говорить, не помешаю? Да ничего, говорите, я его вызываю. Я пока по Александру. Я против не имею ничего, но мне... Я говорил об этом. Он должен исключить свои вещи. И чтобы его воспринимали не тем, который воскрес, а тем, который духовно воскрес. У меня со мной разговаривает на этом уровне. А у него эта вот подпитка с той стороны, люди интересуются, тысячи, не будет тысяч. Будут только единицы.
Игнатьевич, он изменился очень кардинально. Я сейчас кратко опишу. В общем, у него было дело такое с ростовщичеством связано. В общем, он ушел с этой работы, он продал свой дом, продал свою машину дорогую там и хочет вложиться весь в Благовестие. Он хочет выйти. Согласен, приветствую и принимаю. Но мне нужно переговорить и сказать, чтобы он нигде, его не знали, кто он. Его не знали, его знали только как христианина, а не того, у которого еще и бирочка, а я воскресший, слушайте меня. Вот я сегодня хотел связаться, вот, и что-то сорвалось, может быть, на следующий раз. Вот, я его предупредил, я говорю, надо с Игнатьевичем переговорить, этот вопрос решить. Так, если у Михаила так, как есть, он вчера радостный такое, посетили сегодня 4 библиотеки, подарили книги во славу Божию и прочее. Это то, чего я хотел. 4 для нас, и вот что нужно было сказать ему еще, я это не сказал. Когда мы начинаем с центральных городов, то это краевая библиотека. Потом в этом городе узнаем городская библиотека. Не краевая, городская. А городской подчиняются библиотеке, бывает в городе 5-7 больше. И мы говорим, а вы в другие библиотеки могли бы передать? И бывают такие радостные, что она у меня начальник библиотеки, городской или краевой, она у меня в другое помещение отдельно уводит и просит принять пожертвование деньгами. И я ее разгружаю по разным углам, две коробки разгружаю, чтобы где-то не путать одну коробку с другой. Теперь коробки вносим, следующую я оставляю до 5 комплектов. И мы сразу поворачиваем за загрузкой снова. То есть она им сообщает, они приезжают, они благодарят, но я и оставляю бланки, которые они мне почтой присылают. Или она ставит так. И получено 6 экземпляров по полной книге. То есть у нас это уже тоже отработано. А бывает даже так, иногда районная, но это уже редко, бывают очень большие села, которые больше района. Ну, вот почему так, не знаю я. Тогда я спрашиваю районного, а вы в другие библиотеки как-то могли бы, как мы же знакомы, а могли бы, чтобы передать и так. И я через него тоже несколько передаю, 3, так 4 бывает, экземпляры. Почему у нас так быстро работа шла? И везде оставляем визитки, вот тогда не визитки, а эти пригласительные. В вашей библиотеке находится 38 книг православных и прочее. Вот что нужно еще Михаилу сказать. Если только все благополучно будет. Но я не знаю, коробки он взял или нет. И работать, кто начинает, только по отдельной области. Михаилов Батугин работает по Москве. Другой кто-то нашелся, уговорить его все-таки, чтобы нашелся человек, который доехал до Мурманска. Другой Мурманская область, другой, что взял Санкт-Петербург и начал по этой области. Всех, иначе они будут оттыкать друг на друга. Ну, то есть такой порядок. Игнатьич, вот такой вопрос есть. Человек, выходящий из проповеди к людям, должен какие знания иметь? Ну, разный уровень, конечно. Надо смотреть, что за интеллигент. Но я пришел на проповеди. Когда мне было, как я обратился, допустим, 3 часа, я уже вышел на проповедь. Вот этот лоцманский, называется, катерок, я был на берегу, он подвозит к кораблю. Я только переступил, по трапу поднялся, это борт дырявый называется, фальшборт, там вода стекает. Я первым матросом начал сразу говорить. И сразу весь корабль узнал. Утром весь караван кораблей уже узнал. Мне это дано, ни от кого этого не могу просить. На проповедь у баптистов, они висят на месте. Я вышел через 3 примерно с половиной месяца. Уже Библия была у меня вся прочитана, перепрочитана, многое это уже выписал. Ну, сравнивать просто не приходится. Ну, пусть уменьшить даже в 10 раз, увеличить срок. И это тоже неплохо. Мне это дано было. Я готов. Мне не надо было ни уговаривать, еще Евангелие в руки дали, и все. Я тоже повалился. Я всю жизнь искал. Искал, а Евангелия не было. Что искать надо Евангелие, этого я не знал. Звонит Михаил Батугин. Вижу все. Вот. Значит, вы сегодня дома? Я сейчас еду по Ступинскому району, сейчас ухожу.
Так вы коробки-то забираете, нет? Коробки, в которых книги лежат, вы коробки возвращаете? Я договорился с Владимиром Буком, что он найдет новые коробки. Я так не договаривался. Мне тогда возвращать коробки 210 километров ехать. На свой счет вести пустые коробки обратно. А вот потом когда-то было бы. Коробки должны быть у вас. Не надо, вот видите, с Михаилом, а с Владимиром, не надо договариваться. Коробки должны были быть у вас. У вас должны были быть. В Москве там проблем с коробками нет. Там к любому магазину подъедешь и наберешь гору их. Это не проблема. Сергей, это не так просто. Коробки определенного размера. Они или большие, или маленькие. Наши коробки точно отмерены были. Это неправильно. Коробки должны были быть у вас. Ну теперь ничего не сделаешь. Коробки вы замерить должны были. Замерить, я 4 только отдал в библиотеке. Им мы говорим, и им выкладываем. Теперь, Сергей, о чем мы говорили, как я отдаю в одну библиотеку для других? Это у вас записано? Да. Михаил, чтобы мог посмотреть. Я не буду повторять. Когда расположена библиотека городской библиотеки, мы говорим о библиотеках, подчиненных им, чтобы они смогли вызвать библиотекаря и им отдать. Что мы в одной библиотеке, в городской, узнаем, сколько в городе библиотек. Они говорят 5, а она главная библиотека. Мы говорим, можете другим передать? Можем. Мы договариваемся, она пишет, получила, кроме себя, еще 5 и ставит тут печать. И она им вызывает, и мы по разным углам из коробок вытаскиваем, из двух коробок в один угол, из других двух, первая, вторая коробка в другое. Вы так делали? Первую, вторую коробку брали? Первую, вторую, да. У меня сейчас... Первая, вторая, это один экземпляр. Да. У меня сейчас 7 комплектов осталось. Вот нормально. Теперь вот делайте, как мы говорим. Делайте. Коробки только возвращайте. 4 подробно. А где звезд, а у меня машины нету. 200 километров мне пустые коробки везти. Я повторяю, везти не надо, они у вас пускай будут. И когда появятся люди, они у вас их возьмут. А, понятно. Не надо это, вы самовольно ничего не делаете, хотя бы СМС сбросили. Потому что это уже нами апробировано. Нехватка одной коробки создает особый вопрос. Точно по размеру, вы не найдете. Постарайтесь, когда закончите, восполните 8 этих коробок. И вы увидите, какие у вас затруднения будут. И именно по размеру. Под номером 1, под номером 2. И более подписанное. И когда будете пачки новые там разгребать, там, их не надо развязывать на пачках, а сдвигать. И когда веревочка слетит, тогда только ее будут развязывать. Когда-то. Пускай у вас накапливается, пока не посылайте, пока нет, сейчас показать просто, может, для интереса или как? Не надо. Я знаю, что это нормально. Я вчера был в городе Протвино, где вот находится коллайдер, который там какой-то частицы хотели разогнать и говорили, что Московская Петрография даже была против, что может земля сойти. Это город Протвино. И там в библиотеке оставил ваши книги. Ладно. Где электронный коллайдер? Ладно. Я подробности такие. Да, мне понравилось все. Я благодарю Бога для первого дня, начала 4 библиотеки, это не совсем плохо. На неделю. Ничего не слышу. Неделю ходили 25 городов и сел. Ну, вы... Подождите, секунду, вас не слышно. Как-то временами пропадает. И Сергея тоже плохо слышно. Я сейчас не слышу, вижу. Всех вижу, а не кого. Подождите, что-то не важно тут. Вот сейчас слышу, знаете, ну, неизвестно, что тут было. Видимо, с электричеством мы его включали здесь из-за дождей, может быть. Слышу, я не... Вы уже имеете некий опыт. Вас надо к этому делу серьезно припрягать. Вы ищите теперь соратников, волонтеров. И вы теперь им будете уже рассказывать, ну, кое-где только проконсультируйтесь. Берите с меня эту работу. Я от этого дела туда уже никогда не попаду. Это мне нужно 7 тысяч километров мотать.
это невозможно. Это никак. Я здесь 2 недели выходил из того. Вчера, говорит, самолеты не взлетали 7 часов в Москве из-за асфальта, что другая температура. 33 градуса. А мы ехали, у нас 44 градуса. У нас термометр лопнул. Смотри. Мне уже, это не мое уже, я вам отдаю. Я понял, вы добросовестный человек, мне этого достаточно. Ну как? О чем вы говорили? У вас здесь сдвигается с этим делом? Сдвигается, но не совсем так, как хотелось, Игнатий Петрович. Ну, это верьте Богу, я молюсь. Я молюсь и смотри. Я молюсь и мало не покажется, как говорится. Бросай, помогай. Ну, тут просто... Да, чья-то рука ласковая, но твердая за горло меня берет. Ну, а Сергею я благодарность выписывать, наверное, не буду, он так знает, что мы его любим. За вас, что вас вот тут нашел, у вас работа пошла так. Если вы в день будете идти 4-5, это совершенно норма. Дальше ищите сотрудников, соратников. И как теперь, каждый, они у меня разложены, оттуда нежелательно их выбирать. Если выбирать, как сейчас говорят там в Елец, он Тимоша подошел. Сейчас. Мы за него будем, тоже, за Владимира за вашего. Ему тоже нелегко, там в машине жарко, вчера 35 было на улице. Ну понятно, его не надо брать, это оставлять надо. Не надо нет, это. Пока не с кем мне оставить, я отец одиночка. Мало что одиночка, у вас друзья должны быть. Вы сегодня идете еще куда-то, где дом я сдавать? Кто-то в отпуске, значит, кто-то... В общем так, мое предложение вам, почти приказ, не брать с собой. Он уже побыл, пожалейте его. Во-первых, он ничего не видит, мотается, и у него неприятный осадок остается в душе. Вы ничего ему дать не можете, а рискуете его жизнью. Видишь, какой хлопец хороший. Он меня вчера разбудил, он меня первый разбудил, говорит, поехали, папа, вставай. Пол четвертого разбудил. Молодец. Мать-то где у него? Она в другом городе живет, мы с ним живем по решению суда. Ну, понятно. Ну, я там говорю, что она живая. Да. Она приезжает. В общем... Михаил, проработай, чтобы его не брать. Подумай с кем-то. Ну, может быть, это на день нельзя стать на неделю там. Это просто. Заплатил там за хлеб, за воду. Был бы он рядом, я бы сейчас в лагерь забрал, все. Вопросов даже нет. Он купался и бегал, ты бы его не узнал, какой шустрый садин. Он а смотрел ваши ролики, просился, ему понравилось, Бериоза где-то там. Ну ладно, смотри, ладно, я сказал, ты меня помнишь, я сказал, что это риск, дорога повышенный риск. Да, да, 85 детей погибло на Боинге на этом. 85. Нежившие. А на дороге сам знаешь, сколько аварий. Лучше не брать. Ну мой ответ. Значит, ищи теперь через своих близких, которые могут работать. Не без консультации с Сергеем. Ничего тебе самостоятельно не делать, кроме того, что в ролике записано, и что я сказал. У нас это апробировано. Это 1500 городов и сел. Это очень много. Это очень много. И мы должны были везде нежданное, незваное вызвать доверие к себе, к книгам. Вместе помолиться даже иногда мы вместе молимся и просим их помолиться, сами поехали. Вы им давайте визитки, которые наши, визитки эти синенькие, и пригласительные, которые для библиотек. Я все это... Тематично там... постает, визитки и пригласил. Да, я духом почувствовал, что вы серьезный человек, мне это понравилось. Но вы давайте, значит... Я был директором независимой библиотеки в Кемерово. Я распространял сам издат. Вы на катушках, а я книги. У меня 20 арестов, задержаний было. 89-90 год. Кемеровская библиотека как раз попала у меня в число тех, где Кемеровская епархия. Независимая библиотека. Независимая, сам издат. Это в СССР было. Ты еще ж молчал раньше-то, я бы тебе честь воздал. Я сам издат распространял. Да, это важно. Кем я знаю? Я сам издат немного распространял у Баптиста под зеленый совет церкви. Немного. Но таким я не был такой. Так, вопросы ко мне какие? Вопросы. Вот у меня к Сергею технический вопрос. Помочь распечатать вот ваши документы на вашем сайте в моем мире. Я не могу распечатать фотографии документов. Их выделить и сохранить на флешку.
Мне сейчас надо уходить уже в библиотеку, у меня что-то. А как так и не сделали это? Ну я пришлю файл, а его нужно будет на флешку скинуть, а распечатать где-то в киоске. Мне Елена скинула файл, где есть документы. Значит, я их вижу, открываю фотографии, но как их сохранить на флешку и потом распечатать, я не знаю, я не специалист. Лучше, наверное, тогда с собой взять этот ноутбук прямо, и они сами заберут. Ну что? То есть вместе с ноутбуком прийти там, где распечатать? Вы выезжаете к библиотекам, когда они открыты. Мы делали так, приезжаем в субботу, библиотека не работает. Мы у соседей всех, мы спрашиваем в больших городах, где библиотека? Наконец находим, у нас весь день заполнены. Мы через дорогу сейчас в библиотеку, через дорогу, Ступино. Я вчера вечером зашел, а документы оформить, оставил книги, а оформить не успел. Все нормально. Я говорю о том, когда мы приезжаем в одну деревню, район, ну и где библиотека, не знаю, остановились и спрашиваем, а где у вас библиотека? Она вышла, а кого вы ищете? Вы библиотека? Она говорит, я за библиотеку. Она за библиотеку, мы вот от дома сунулись как. Вот удивительно. А когда узнаем, где они есть, дальше уже проще. Кто-то помогает, кто-то звонит. У меня с собой отдельные были экземпляры, отдельные книги, по одной книге. Я всем благодарил, которые нас сопровождали, помогали. В один город приехали. Было очень удивительно. Закрыто, но спиртный день. Ну, ничего не делаешь. Я говорю, будем молиться. Помолились на крыльце. В это время вдруг машина останавливается. И человек подходит, а вы что ищете? Я говорю, библиотекарь, никто, ни соседи, ни предприятия не знает, где. А вы кто? А я, говорит, снабжаю книги, разложу от этой библиотеки, я в ней работаю. И мы это все засняли, у нас ролик стоит такой. Это Бог так делает. И раньше, не позже, и он именно голову повернул на библиотеку, и мы стоим, и дальше мы ему книги перегружаем, он мне так понравился. Я ему даже книги, да, мне так книг 6 подарил. А он книги эти взял. У меня вопрос к Михаилу, можно я сейчас по-быстрому? А как представляете книги в библиотеке? Как вообще предлагаете их? Таким образом, что есть такой в Барнауле известный православный миссионер Игнатий Тихонович Лапкин, который преподавал в доставке профессора 17 лет, написал 36 книг. Вот, и они очень актуальны сейчас. Вот, беседа с Александром Менем. Как бороться с сектантами. Это не говорит пожалуйста. Я не борюсь. Нет, как отвечать на вопросы? Я отвечаю на их вопросы. Как разговаривать с ним? Именно так можно представлять. Именно отвечаем. Там нет ни нападок, ничего нет. Вот они задают вопрос по самому, почему вы иконам поклоняетесь, они идолы? Я поясняю вопрос православного человека. Дальше. Вот. Ну и рассказываю про 26-й том, про 300 поэтов России, что Сергея Матюшенко вы это сделали вместе. Это правильно? Да. Да то у него материалы взял. Вы можете не знать, что у меня даже. Про Новый Завет говорят, что впервые напечатано за 2000 лет и раскрашены. Новый Завет. Добавьте, что видели его в библиотеке Путина стоит. Я это говорил, да. Это доверенные книги, не экстремистские, скажите. Они зовут миру к любви. Вот третий том, четвертый, как воспитывать детей. Я начальник детского лагеря 42 года. Вы это им скажите. Я вел много лет занятия во всех отделах милиции, по заказу там, об экстремизме, во всех воинских частях, 5 университетах, в десятках школ, на заводах, фабриках, то есть нет места, где бы я не встретился. И вопросы эти собраны 4124, на которые я отвечаю, которые живые сегодня требуются знать людям. Как жить нам в любви Божией, спасти души наши? Вы это запомните и скажите, вот вы можете зайти, когда дадите визитку, в наш форум, в наш сайт, в наш YouTube. Вы там увидите все. И вот это увидите меня, скажи, я говорю, как ее Сергей назовет, чтобы они вас увидели. И видите, скажи, какой я? Вот я такой и есть.
Так, я не понимаю, на вас что надето? Рубашка? Рубашка, да, майка. Когда вы где-то бываете, чтобы никогда не были расстегнуты. Это у нас наш дресс-код. Я это понимаю, но у меня таких рубашек нет, у меня шея такая здоровая, что у меня нет воротников, которые застегивают. Ну, поближе сделай, стяни вот так рукой, маленько, чтобы у тебя не было там. Поближе снять воротника. Ну, маленьким, все. То есть я нас, прошу, это наш дресс-код, чтобы не увидели, что человек не нашего. Это все помогает. Люди очень самосон, они или в галстуке, или расстегнуты. Они ни один не застегнуты. Я-то постепенно дошел до этого. Это не просто так, а это логика. Или он воскресен, или строго по уставу что-то у них делает. Я христианин, поэтому у меня все строгости закрыты. У нас каждая женщина, так что грудь была закрыта. Ну ты видишь, как твой образ христианина его видит. Вам сколько лет? 49. 49 лет. Пора, говорится, заняться серьезным делом. Так, я Сергею предлагаю, что там есть один человек, Александр, который, ну, у него на другой основе, он как бы воскресший был. Если он где-то не будет сюда прилагать, то с ним связаться, вы уже не просто волонтер. Вы в один день у меня такое доверие вызвали, что я вас беру помощники работать с другими. Только ничего не самостоятельно не делать. Короткие брать обратно. Проверять. Лишний раз развязать, как их складывать. Обязательно, чтобы только два было. Один берет книги и говорит, что первый, второй, третий, двенадцатый. Коробку отодвигает. Вторую коробку начинает с 13-го. Твердый период подходит на 13-й. С 13-го до 15-го. А можно потом взять на второй ящик, а с первого все остальное, с Новым Заветом, письмом православия, какого уже не будет. Я вчера, мы не встретили, у нас должен был приехать старорежский митрополит Корнилий. Еще вчера только, даже трактор, который у нас на трассе был, вчера его разобрали пополам, он разваленный стоит, пополам. И вчера вторник все уехали шоферам в город, у нас абсолютно нет возможности, какая возможность, никакой, только пешком идти. Тогда стали говорить, меня надо было в Барнаул везти, или где-то на трассе надо встретиться. Поэтому мы не встретились, и мне он от него звонит, диакон Виктор, передал, что когда будете в Москве, вот это сказал мне. Я говорю, книги я послал, получили, не получил. Это для меня удивительно. Ну, трехтомник. Но я ему теперь 6 книг наказал и их пошли из города. Митрополит Старобрядческий. Старобрядческий. Ну, вот православные. Они не лежатся в Уперске, ну, как снято Владимиром было. Видите как? И вчера, интересно, у Валентина Пивин такая есть, она не православная женщина, с Украины. Вы ее тут там приглашаете, говорите, ну надо снять хотя бы ролика два, и мне две показать, как живут. А вчера дождь, у меня во время дождя пошел снимать. Один сняли, и второй сегодня у Барабаш. Два ролика. Теперь как Сергея их туда переправить, думаю, отконвертировать и только ждать вторника. Я думаю, по моему мнению, ролики получились хорошие. Больше часа один ролик. Мы по всему хозяйству Игоря прошли, его машины показали, он рассказал, как Куля приехал. Он маленько пока, а жена вообще в городе жила, никогда не была в деревне, дня была жила. Как они здесь на месте вот прижились, я у старосты деревни, она как заучи, ребятишки учатся в университете, и все абсолютно показали до стиральных машин. Все с Куля в пустыря. Бояться не надо. Ну, работать, вот Валентина Пивин говорит, в деревне не работать надо, а пахать. Пахать с утра до ночи. Это действительно так. И в этом находить радость. И мы это все засняли у них. И теперь вот сейчас конвертируем, и Сергей, подскажи, как ждать вторника или как-то другим способом переправить. Надо к Сергею Пупкову отнести, да и все. Или Елена пусть сама через скайп перекинет. Через скайп Елена, а как она перекинет? Она знает это? Она знает. Значит, на вас она сможет перекинуть, да? Да, зачем в Барнаул везти, сразу скидывайте в скайп и все. А кому перекинет, Ольге? Нет, если трафика хватит у нас до 8 августа, уже осталось там 3, меньше 4 гигабайт. А, то есть у вас платный трафик, да, понятно. Я думаю, тогда так, чтобы не промахнуться. У нас я вот в Барнаул, никто там не был. У Ольги партизанская 140-89 квартира.
Бора Бора. Она помогает очень много, знаете. Ну, кто может как сделать, только послать на нее. Игнатьич, ну тогда не надо через Сергея Пупкова, пускай он отправит. Ладно, я поговорю. Вот это вот, что я говорил, извини, Михаил, я вернусь, чтобы не забыть. Когда я говорил о этом Николае Леонове, то я посчитал, где там составили, где он там рэп или что-то говорит. И где я с ним говорю, это другое. Я в квартире у Сартисон говорю о Леонове и о Леонове. Вот этот момент, он получился три ролика. И их послали на вам. Их нет в интернете. Стоит в интернете уже, на YouTube стоит уже три недели. Именно что я говорю, там вот. В Германии, вот. Что говорите, в Германии этот ролик уже давно стоит. А под каким названием он? Да я не помню. Мы вчера искали, не нашли. Я подумал, что его нет. Он очень сильный ролик, очень сильный. Там я говорю о патриархии, об отношении, обо всем этом. И надо было пройтись, если можно, еще раз посмотри его сам. Я ссылаюсь на 7, примерно, или на 6 страниц, где мы с ним говорили, что я ему писал, и он говорил. Это не осталось, не востребовано пока. А Леонов сегодня, это по-другому звучит. Где я с ним на моем форуме беседую. Именно называется тема, ответы, которая на первой странице, там, ну, может быть, пятая строчка или какая, посмотреть надо. Там самое большое число уставок или посещений. Там за тысячи и тысячи идет. Так, Михаил, вопросы есть? Вопросов много, но сейчас в библиотеку хотелось бы идти. Иди с Богом. С Богом, по помощи. И самое главное вопрос, вот я сейчас 7 комплектов-то развезу с Божьей помощью, а потом у меня машины нету, надо буду искать кого-то. Но те друзья, знакомые, которые приедут из отпуска, они пойдут уже на работу, они не смогут помочь. Пошли. Но, по нашим расчетам вы рассудили правильно. Но когда перед Богом мы представляем это, внезапно оказывается, кто-то говорит, а у меня работы сегодня как раз нет, я свободен на неделю. Новые люди появятся, вы молитесь об этом, и вы можете уже самостоятельно работать. У меня как бы наблюдение. Я повторяю, что вы вызвали бы мне полное доверие за один день. А это не так просто. Уведомляйте иногда смс бросьте хотя бы. Подожди. Деньги, которые на нашем месте там, если будут поступать, Михаил тратит свое, на этих людей как-то повернуть, это русского было. У меня деньги, которые остались, я их сразу раздал. Я вернулся и нашел. Деньги есть. Я Михаилу уже говорил, что как только возникнут трудности с деньгами, деньги переведем. А телефон такой вариант можно, то есть мне нужны деньги на водителя. И да, вот я сейчас плачу за 13 рублей километр. То есть, Сергей, на меня этот канал перекрой, чтобы мне не поступали, а на них, кто работает. Потому что деньги-то дают мне, а я не работаю. А что на то было, и так вы сумели, дорога еще была. Я приехал, сразу узнал остро нуждающиеся, и деньги-то сразу пошел и отнес людям. У меня они не застревают, зря. У меня есть пока на благовестие, пока есть деньги, так что... Михаил, нужна будет карта или куда мне перевести нужную сумму? Так, ну и давайте сверху, у меня карточки банковской нет. Какие-то переводы? Сергей подскажет. Повторяю, если мало знаком Сергея, у меня 100% доверие во всем. Финансов уже разговаривать не надо. Так, если есть такая возможность, деньги на водителя нужны. А мне ничего не надо, на ребенка не надо ничего. Вот оплатить водителя. У меня первоначальная мысль была такая. Со знакомым, поехать со знакомым и оплатить за свой счет бензин. Это я могу. А водителя оплачивать 15 рублей километр, у меня нет таких поступков. Так, Михаил, вы сейчас, если будете работать по людям, вы каждому, который соглашается, выделяйте отдельную область. Где он может быть, надо набирать туда. На одну область двух не ставьте. Это очень трудно руководить. А есть такие люди, кто хочет? Чтобы они друг на друга не отыкали. И до самого севера можно выбирать. Скажи, ты берешь Карелию, давай по Карелии работай, а потом дальше я покажу. Бери на себя руководство там, вам это легче. У меня каждый раз надо появление, вызвать меня, прибежал, сел, искать планету. Понедельник в 7 часов по Москве, это резервированная деятельность. Сергей тоже помнит.
7. Я поеду сам сюда в очередь съеду. Понедельник 7, по нашему тоже в 10. Я буду здесь, если покажу буду. Поэтому бери на себя и ищи этих волонтеров. На несколько областей. Вы взяли 10, еще 10 человек, если такие будут, все. Но на следующий год надо искать где-то ставку, там, за пределами, ну, к нам ближе к Москве, договориться. И у меня еще на один замес уже будет не 30 лиг, допустим, а 28 лиг. И все, на этом конец, больше нет, а я уже не поеду. Я доверяю вам, и вы сделаете, потому что книги написаны, средства, брат, поможет, опыт у вас уже будет большой. Ну, я вообще не нужен. Я буду. У меня опыт этот уже есть со времен советской власти. Вы Солженицына на катушках распространяли, а я книги. А я книги. Потому вот так у вас получилось, что и у меня доверие полное совершенно стало. И человек работает, я бежу, а 4 библиотеки заняты, это вообще неплохо. Иди с Богом, иди. Нигде не отчаивайся только. Бог благословит тебя. Да избавиться от всего ненужного. У нас тут один ролик, он называется «Одиноким». Он к вам не поступал? Как называется? «Одиноким». Когда «Одиноким» мы отказывали приезжать по Терееву. А теперь мы кое-что расширили и сказали, хорошо проверенный, потому что устав одинокий. А я всю жизнь ищу вторую половину. И просятся отдельно женского пола. У нас два общежития есть. Вот они друг друга нашли. Одиноким, так и называется. Не было? Мы провели собрание и приняли решение такое. От одиноких мы не принимали никаких заявок, ничего. Отказывались решительно. Геннадьевич, ну а по беженцам не было, никто не обращался? Пока нет. Потому что кто-то еще выставил фотографиями, как там патриарши бросили, да что вы рекламируете, это псевдоправославные, это такие там. А другой, который выставил, он из «Алтапресс» какая-то там, газета или что-то. И он мне нравился, он Николай его звать. И он говорит, вы конкретно приведите, я в самом деле, я распространяю, покажите, где все это православие, а ничего нету. Ни одного слова, да я знаю. Они опять там другой кто-то выскочил. А вот такое-то. Но вы конкретно назовите, он опять нет. Он говорит, я понял, у вас финансовый вопрос. Как уж понимаете. То есть их судить надо, за клевету и... Статья 129 уголовного кодекса. Сейчас вторая. Они не могут ответить. Я нашел, ну там уже 7 отликов, и он говорит, один только положительный, а остальные, которые не видали, не знают, ничего не знают. Они не пригласить не могут, не накормить. Они могут только лаять и бешеной стеной искать. Я обижался на них. Он тонет, трясение не зовут, это достойно ли успокоиться, не отвечаю, не лезь туда, цени сам себя. Уже в двух местах где-то выставили, но не больше. На Алтае мы маленько надо подправить, не только беженцев. И не только беженцев. На Алтае уже прибыло где-то 800 с лишним из Украины. Но, ответ дает, но они не беженцы. Ведь мы опять сузили поиск наших людей. А эти приехали люди раньше времени, и они и там беженцы, это нас не касается. Надо было сказать беженцам и другим. И не бежим замотать слово. Но теперь уж, наверное, переделаем. Или добавить, повторить. Да это можно так. Еще сделать ролик, помимо этого. То же самое из другого собрать, вот к этим как раз, которые сделаем сейчас, Сергей. Сергей сейчас Виктора повез в Барнаул. Дело в том, что батюшка тут целую акцию прорабатывает. Наших людей отправляют в семинарию. Семинария в Барнауле, ну там заочно, московской патриархии, конечно, потому что мы все равно молимся, у нас нет запасного священника. И вот Виктор, который приезжал, он сейчас дает, это, готовит документы, чтобы сдать. Но у него один вопрос стал, не женатый. Не женатый быть монахом, монашество нам не подходит. А женатый, батюшка даже успехнул, все его проехали, невесту не нашли. Я говорю, нашли! Ему рассказывают сказку про бобра. Один бобер решил жениться и построил себе хатку, хатка так и называется. И взял прутик, узнал, ворона говорит, там внизу, за поворотом, далеко бобриха живет молодая. Он написал прутика на воде, выходи за меня замуж, я хороший. И дальше что как развивалось? Ну я тут одной по интернету написал, мне в гостях были. Хорошая, но жених-то больно ловкий. Ну вот так. У нас вышли какие дела.
Так что если вот эти ролики дойдут, которые я снял вчера и сегодня, вот им как-то и прилепить это объявление. Вначале и конце, а то и середину влепить. Не только беженцам, но и другим, кто сходит с нами по духу, кто ищет именно воспитание детей. Главное – воспитание детей. А остальное – это все, это не на первом плане. Главное – христианское, православное воспитание детей в школе и везде. Это наиглавнейшее потеряет. Остальное с годами приходит, а это получается сразу. Все хотел. Еще хотел спросить, сегодня с Тимофеем я хотел поехать, но я сегодня. Так ты делай, как тебе нравится. Но мой совет не пропускай мимо. Я понял. Но сегодня она нет. Где его оставить? Как бы ты не обращался к сыну своему всю воду, но ему безопаснее быть дома. Я согласен, но сегодня вот тогда... И ты так помолись, как решишь, так ты отец. Я просто начальник детского лагеря, и за 42 года у меня ни одного несчастного случая. Я на ними буквально трясусь, у меня везде предохранительная мера. На купании, кто должен, в лодке, сколько лет, как веслами привезти, где они ходят, где чтобы не упали. Я трясусь над ними не своими. И у меня поэтому ни одной аварии, ни одного повреждения нет. Везде техника безопасности наивысшего уровня. Ходят под ногами, чтобы постелить, чтобы не споткнулись. Чужие дети, они не чужие. Я несу моральную уголовную ответственность за каждого ребенка. А сейчас не знаете. Тимофей хотел вопрос задать вам. Как ему избавиться от лени, ему лень одеваться? В лагерь ко мне отдать, я его избавлю. Ни его, ни вам его не избавить. Он видит, что ты не можешь от чего-то избавиться. Он должен видеть перед собой абсолютный авторитет, а это Христос. А Христа люди видят в нас. Маленький я рассказал случай, однажды в Японию приехал проповедник, и о Христе рассказывает, как он говорит, а что один Японец соскочил, я знаю! Он живет у нас прямо рядом во дворе почти. А как ты узнал? Вот что говорить, он все так и делает. Он с Христа узнал, соседи свои. У нас узнает ребенок или нет? У меня в лагере дети остаются в 5 утра. А у тебя во сколько? Вчера был 4. Ну, вчера сейчас спрашивают, давай, не путай меня. Конкретно дома во сколько он встает? Средний. По-разному. Бывает 6, бывает 12. Понятно. Когда говорят по-разному, это означает нет системы, нет расписания. У меня всегда одинаково. День уменьшается по 6, сейчас день еще уменьшится в 6. И дети, я говорю, давайте поговорим, чтобы как долго спали, никто не хочет. Я готовлю их, значит, настоящих христиан и граждан. И мы не избавимся от лени. Не избавимся. Потому что у тебя должен быть труд, в городе его нет. У меня дети работают, каждый день они пилят дрова, там где-то носят воду, поколят за обедом, потом занимаются. Они должны работать, у меня на них очень много. А уезжают очень мало. Даже самые такие, которые вот так вот есть, вот такой вот, и то поедет по-другому. Я его там подтягиваю, с ним занимаюсь, отдельно бегаю, отдельный режим питания, галактическая система такая. И с него килограмма поползли, но у тебя он уже не толстый. Я бы помог, если бы он был в лагере, и ты его привез сюда, с кем-то, я бы тебе дал его бесплатно. А я бы отпусти его. Ну никак, сейчас пока не так, это разговор. Лагерь уже закрывается 2 августа, так что времени нет. А ты мне завтра 2 недели. Я бы вас взял за то, что вы заплатили. Повторяю, бесплатно. Полностью. А свою пенсию? Пенсия у меня 5500. Ну, брат Сергей, что еще? Я не знаю, Игнатьич. Не все сразу. Так, хорошо. Ты слышал, что Валентина Васильевна сказала тебе? Да она много чего говорила. Она говорила, здесь последняя, я сегодня спросил. Что же этот брат умрет скоро? Кто его заменит? Она понимает вашу величину. И она говорит, кто это все будет делать? Я тут молюсь, у меня такое впечатление, что вы скоро с ним расстанетесь. Надо человеческое впечатление, но надо принять это, как любящий человек. Игнатьич, у меня нет такого чувства. Мне кажется, я буду до 100 лет жить. Но, во всяком случае, я тебе дал понять,
что о тебе заботятся люди, которые, может, не совсем тебе симпатичны. Ну, не то, что типа, она, понимаете, у меня ровные к ней отношения, она просто заходит на мою страницу и, как говорится, там соблазняется, вот. Ну ладно. Все пока. Больше не нужно? Ну, созвонимся потом. Понедельник? Всем. Ну давайте так, да, Бог даст, созвонимся. Все. Отключайтесь, да, а то я не могу. Отключаю.